В данном видео я расскажу по поводу доставок, фиксированная доставка и бесплатная доставка. Вот, для коррекции цен нам необходимо перейти в дополнение, ссылка доставка. Выбираем фиксированную стоимость доставки и указываем стоимость, то есть 990 тенге. Если необходимо изменить цену, меняем и сохраняем. Бесплатная доставка. Здесь указываем порог стоимости, то есть выше какой стоимости уже доставка будет считаться бесплатной. Вот. В данный момент стоит 15 тысяч. Сохраняем. И самовывоз из магазина. То есть человек может подъехать и бесплатно вывести из магазина, то есть ничего платить не нужно.